Ура! Здравствуйте, мои любимые! Здравствуйте, мои хорошие! С вами снова я, похититель ароматов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал, дорогие мои нежные. Люблю вас, Ашким, Ашким. Короче, летом я с подружанцей, соседочкой своей любимой, лежу на бассейне, загораю. И она такая говорит: что-то ты такое в мужика превращаешься. Выходит из тебя эта баба, заявила она. И я ей типа говорю: а ты знаешь, что у меня в ДНК-тесте 1% Турция? И я говорю: вот мы этого турка и будем доставать. Браво. Вот это анекдот. Короче, слушайте, сейчас будет мукбанг, потому что я еще теперь худею, у меня сушка, похудение, вывод токсинов, но уже прошло где-то 4 дня, я ничего не ел, и вот я хочу просто сейчас кушать вкусняшку. Это нечто, это мукбанг, друзья. Поэтому репост, максимальный репост. Даже если вы не будете смотреть это, отправьте маме, отправьте сестре, отправьте в какой-то групповой чат. Просто отправьте, это 10 секунд занимает. Очень классный будет мукбанг, поэтому присоединяйтесь и отправьте. Подписывайтесь на все соцсети, заказывайте рекламу, коллаборации, мерч, поздравления с днем рождения, другими праздниками и что-то еще. И бейте в ёбаный колокол. Короче, мукбанг, жареная рыбка и жареная картошка с яичком. Это мое самое любимое блюдо. Вот видите, именно вот чтоб так было. С яичком. Да. И запивать я буду личи. Надо себя побаловать. Вообще думал запить кока-колой, но там ебучий кофеин. Вроде бы. Я не хочу на ночь. Так. Хорошо. Прочистили. Я хочу сделать ва-банк. Я иду ва-банк. Я беру какой-то зубчик чесночка. И я натираю. О, рыбью шкурку. Она не сильно хрустящая. И давайте я буду кушать. Или руками. Напишите под видео, как мне лучше кушать. Вилкой, ложкой. Ну, давайте разрежем. А ну-ка. Я не распробовал. Это оно очень сбалансировано, очень вкусно. Боже, дорогие мои, жизнь после Шихман. Во-первых, спасибо вам за ваши просмотры. Мы с Ирочкой в восторге. 1 000 000 просмотров. Это лучше. Боже, как вкусно. Давайте теперь вот этот дерунец разберем. Такой упругий. А ну-ка. Все как надо. О, хруст
безе. Боже, как вкусно. Я знал, что надо салфетки, и я поленился взять. Об штору. Об штору. Самый лучший мукбанг. Что может быть лучше, чем пожрать, а? Так вот, спасибо вам за 1 000 000 просмотров. И спасибо за ваше нежнейшее. Письма на имейл приходят и в директ Инстаграма. Вот такие вот огромные письма. Люди плакали, люди смеялись. И самый главный месседж был в том, была благодарность. Пахитюша, спасибо тебе за то, что теперь я знаю, что я не один такой, и мне наконец-то типа есть шанс в жизни как-то с этим бороться. Представляете? Главный месседж этих писем, что типа, бля, оказывается, с этим можно жить, с этим можно бороться. Я не один такой, не одна такая. Не одни такие. Посмотрите, какая чешуйка красивая у рыбёшки. Я люблю королевскую. Ну вот знаете, очень много писем. Я все читаю. Это восторг. Спасибо вам, ребята, за эти письма. Это вообще моя любимая. Но у меня есть секрет. Эта рыбка на доставке быстро остывает и становится такой немножко мягенькой. Поэтому, когда она приходит, я ее кидаю или в духовочку на 15 минуточек, на 20. Или в гриль. Который так захлопывается, знаешь, с двух сторон. Что вам еще рассказать? В общем, Шихман лучше. Вот, и что я могу сказать? Я теперь лучше к себе отношусь, мне кажется, после этого интервью. Мне кажется. Ну, посмотрим, что будет дальше. Так, дальше. Будет очень много контента. Я хочу снимать контент. Я даже вам расскажу. Вам. Вот реально. Я боюсь выходить на новый, высший левел. Мне кажется, там больше responsibility, больше... Типа, я недостоин идти еще выше на уровень, понимаете? Так, а что не смотрю вам в глаза? Мукбанг с турком. Мукбанг с турком. Ай, красавица. Я из Измира. Турок из Измира.
Будешь моей женщина? Хочу иметь женщина такая, как ты. Будешь рожать мне детей. Будешь выгуливать наших собак. Да? Боже, так охуенно. Это очень вкусно. Мукбанг с турком. Мой турецкий мукбанг. Это, конечно, все, сухомятка пошла, блядь. Хотел пошутить. Это, конечно, не шакшука, мамина шакшука. Вот моя мамуля делает такую шакшуку. Всю жизнь отцу. Вот моя мамуля всю жизнь моему отцу делала шакшуку. А ты будешь мне делать всю жизнь шакшуку? Это был лучший мукбанг. Боже, напишите в Макдональдс. Пусть в картошку фри вбивают яичко. Кидаем. Одно яичко вбить в картошечку. Так что там турок наш? Турок, ну давай, выходи. Бля, я могу играть султана Сулеймана. Султана! Как эта нявка в ТикТоке. Дайурам! Дайурам! С этой Анфисой своей базарит. Я улетаю в Монако. Я Регина Збарски. Я работаю одна. Это пиздос. Короче, проехали с этими мамами. Давайте, что у нас по повестке? Смотрите, я худею. Сейчас. Ой, но личи было правильно. Личи это правильный выбор. Бля, вот бы его сегодня выложить. Будет уже поздно. Завтра. Боже, какой я красавчик, ебать. А, губы. Меня начали спрашивать, а это твои губы? Ну, не так. А это твои губы? Я говорю, мои пизда. Понимаешь? Вот такой я ебать турок, поняли? Я турок, все, встаньте от меня. Что там? Кириширыз, кириширыз. Гидмем, да ха. Блядь. Какие я турецкие знаю песни. Биридам биридим, янанам дарадим. И хуш ми смени.
Дам-дам-дам-дари-дам. Эх-мы-йок. Дам-дам-дам-дари-дам. Эх-мы-йок. Дам-дам-дам-дари-дам. Эс-мы-йок. Дам-дам-дам-дари-дам, дам-дам-дам-дари. Не зря я учил турецкие песни, блядь. Будете на моих рынках продавать. Я хочу открыть турецкий рынок. Да, пиздец. Наш котик изменился. Обожаю эту высоголовку. Причем рассказываю. Я не могу долго попасть к мастеру. Все выходные у него огромная очередь. И я попадаю только в воскресенье после обеда в 4 часа вечера. Я говорю, брей меня. Он говорит, хорошо. Я говорю, а бороду сделай такую, короче, архитектурную какую-то. На что-то сделай классное. И он говорит, хорошо, он за 2 минуты сбривает, он берет опасную бритву, мочит волосы буквально, ашким, чексана, йог, короче, да. Блядь. Ну, вкусно просто, ребят. Но знаете, что в рыбке стало самым вкусным? Натертый чесночок. Он когда чувствуется на язычке, это нечто. Так. Дай бог. Обожаю. Дальше. Еще есть. Это же мукбанг, я должен кушать. Так вот. А потом я ему 10 раз объясняю. Бороду, типа, поправь контур, но густоту оставь и длину оставь. Кардаш. Он говорит, ты что, Кардаш, все сделаю по первому классу. И он мне просто обскубывает. Он мне обскубывает все. И у меня остается там какая-то жидкая щетинка, а-ля типа 2 дня. И он начал делать здесь. Сделал тут. И я говорю, стоп. И я встаю с крес. Ну, пытаюсь. Я говорю, так, стоп. Вот так, типа, как петушара. Набухаю меня много. Я занимаю много пространства. Моя псевдо-я сейчас выступит и скажет. Так вот, слушайте, мои Роксоланочки. Я беру, вот так надуваю. Я говорю, нет, ты не будешь этого делать. Ну, разве что мы потом встретимся. Я уже подкасты придумываю. Так, слушайте, и... Я надуваюсь, говорю, ты шо? А он говорит, ничего, садись. И он мне, типа, чистым языком говорит, садись, вот хорошо, хорошо. Он такой, хорошо, хорошо. Я говорю, блядь. И я, короче, думаю, ладно. И он вовтузился, и он сделал ужасную боль. И он когда сделал, он когда на лысо все сделал, я говорю, брави брависсими, и я говорю сразу ему, а можно я потрогаю свою красивую головку? А он мне говорит, ну потрогай. И я, короче, протягиваю руки и дотрагиваюсь, и я чувствую, вот где волосы растут, там такая, знаешь, скребок для пяток, так, по ощущениям. А вот где лысая головка, там скользящая кожа. Как тут внутри, нет, даже нет,
такая немножко вязкая очень. Так вязко немного. И я прочувствовал эту зону, где у меня нет волосни просто. И я такой, ебать. Мальчишки, ты уже лысая, понимаешь? И смотрите, вот эти рожки, они вон по чуть-чуть соединяются. Это называется турецкое соединение. Понимаешь? И получается, по идее, у меня теперь вот тут правые стены начнутся. И будет вот такой островок. И здесь будет такой, как как кружок от унитаза. И будет у меня кружок от унитаза, детка. Блядь. И, короче, слушайте. Получается, а это же будет светлым. Волос нет, видите, оно такое розовенькое. Ой, какой-то шовчик. Что? У меня шов. Я Франкенштейн. Блядь, у меня шов. Что происходит? Вот теперь вопрос, что у меня шов вот здесь. Так, слушайте, мои хорошие, любимые. Поняли, да? И тут будет кружок от унитаза, а тут как какашка. Внутри унитаза. Хуям, типа, я признавался. Хотя я видел некое... Ну, блядь, похуй. Ну, типа, один из ста мужиков, которые пересаживают, у них такая грива отрастает, прям писисяо какой-то. Так, мы закончили с этой головешкой? Слушайте дальше. Значит, меня начинают звать на все вечеринки. В лифте девушки меня харасят. Можно об этом говорить? Мои соседки, женщины, меня харасят в лифте. Одна назвала Брюсом Уиллисом. Короче, соседи меня харасят. Вот. Ну, такая вот хорошая стрижка, правда? И... Что еще могу сказать? Ну, трансформация какая-то по Плутону. Наконец-то Плутончик выходит из первого дома моего во второй дом мой. Так что у меня теперь все будет хорошо. Значит, смотрите, любимая, что я вам хотела вам еще сказать по поводу этой штучки. Проходит 7 дней, и у меня отрастают волосы, причем чуть-чуть. Ну, буквально 3 миллиметра где-то. Я такой, типа, ого. И люди мне говорят, ты уже не лысый. А я говорю, что? А люди мне говорят, все, у тебя уже стрижечка короткая. Они говорят, не думай, что ты лысый. И я такой, типа, ничего себе. И я начинаю думать, я не буду ходить раз в 7 дней. Я не буду ходить раз в 7 дней к этой же берыхе, чтобы она мне, окей, найс, а обскубака какую-то пизду у меня. Короче, слушайте дальше. Я начинаю, типа, переживать. Мне надо открывать YouTube, смотреть видео. Может, купить такую электробритву. И, типа, она все там делает. И я ходил с этой мыслью где-то, ну, я не знаю, еще дня 4.
И потом по итогу просто я беру станочек бритвенный, понимаешь, с тремя лезвиями там. И я просто подхожу перед зем... Я типа наношу этот лосьончик, как он там, сыворотка для бритья, она так вспенилась. Кстати, последний раз вчера, по-моему, вчера же я брелась, или поздно. Короче, надо посмотреть по... Да, ну, короче, она плохо вспенилась. Вот это, блядь, история. Пойди уже, роди уже что-то. Так. Я что, поел уже? А я уже поел, получается? Что-то я уже не трогаю ничего. А, значит. И я. И я становлюсь перед зеркалом. И этой бритвой такой... Потом эту бритву переворачиваю. Значит, потом беру зеркало второе, смотрю на себя в основное зеркало со спины. Вижу, что где-то пропущено. Потом самое главное, это вот это. Уже за ушами. Потому что я видел людей, у которых здесь уже просто косички заплетать можно. А, и здесь. И все, 10 минут. И моя лысая башенца все делает великолепно. Боже, это головой можно просто трахать. Фух. Я вот думаю, идти в бассейн после такой трапезы или нет. Ну, хороший мукбанг, сочный. Мне нравится рыбка очень. Она прям сладкая. Да. И так я стал лысым, господа. Что еще вам рассказать? Какие у меня новости? Ну, я уже устал кушать. Ну, вот все уже. Ну, видите, не лезет. То. Браво. Это лучший мукбанг. А ну-ка, запьем. А я еще хотел тост с нутеллой, типа на сладкое. Нет. Какое там сладкое, вы что? Обожаю. Я купил пенетоны. Это следующий мукбанг будет. О, мукбанг с пенетоны. Это вот так.
Вот это я поняла. Не все. Думал, что с ним все. Ну так, нормально. Фух. О. Наконец-то расслабился турчонок. Кто будет рожать мне наследников? Оно быстро. Кто будет рожать мне наследников, которые будут управлять моим магазином турецким, когда я выйду на пенсию? Передам свой магазин сыновьям. Бля, она была богиня. Может, я просто... Мне надоело именно эту палитру кушать. Давайте панеттона. Хуй с ней, с нутеллой. Должен быть десерт. Должен. И это панеттоне. Вот такое. Поняли? О боже. Мне сейчас разрыв аорты будет. Вот он, красавчик. Здесь... На проволоке, чтобы он не высох. Он же такой влажный. Но случилась трагедия. Случилась трагедия. У меня встает на панеттоне. Боже мой. Ну ладно, давайте уже. Я знал, что я это сделал. А ну-ка. Видите, я даже крошки со стола собираю. О! Панеттоне обосрал мне пальца. Молодец. А ты грязный. Турецкий этот мукбанг с турком. Ну вот так изменилась моя жизнь после Шихман. Боже, а какие там были комментарии под видео? Вот. Охуенно. Зеленая фисташка. И шоколад. Угу. Вот видите, вот так разрываете, и там вот такие вот, как гнойники. О, угу. Ой, ну все. Все. Блин, тут этот краешек. Видите, она как шкурка. Этот краешек, его надо запивать. Вот его нужно вот так, знаешь.
Берешь вот так его. Да. Как горбушечка такая. И она, поняли, посуше, поплотнее. И крема нет. Глупая вещь. Что вам еще рассказать? О, я Настасья Филипповна. Я посмотрел фильм «Идиот» 58 года с моим любимым актером. Боже мой, какая игра актеров. Какая Настасья Филипповна там нежна. О, смотрите. Это волшебная тема. Оно возвращает желание жить. Если в двух словах. Это лучше, что есть выпечки. Не тортик, не эклерчик, а вот такая вот, понимаешь, такая штука. Очень вкусно. Ай, опять же, боже, а запахи. Как же они умеют делать? Он пахнет еще лучше, чем на вкус. Это восхитительно. Обожаю панеттошу. Мы должны его запаковать. Все любимое. Я вас очень люблю и целую. Встретимся на следующем видео. Семочки. Бай-бай. Mm-hmm.